меня зовут Денис Шевченко, вы находитесь в сообществе «Первый лад», и сегодня случилось то, что должно было произойти уже давно. Мы разбираем песню группы Led Zeppelin, и она называется «Whole Lotta Love». В ней отличный риф, он совсем не сложный, звучит очень круто, но бонусом я расскажу вам кое-какие особенности, чтобы он звучал еще лучше и максимально похожий на то, как это делали, собственно, Led Zeppelin, как это делал Джимми Пейдж. Во многих разборах в интернете, хоть и песни это не очень сложные, допущены кое-какие неточности, но, безусловно, есть хорошие разборы. Ну, в целом мы развенчаем многие мифы относительно этой песни, относительно кое-каких штрихов медиаторных, естественно, и разберем пару нюансов, которых мало где есть. Они есть. Если вам понравится этот видеоразбор, то заходите на наш сайт первыйлад.ру. Там у нас есть еще больше видео и курсов, которых нет на YouTube. Так что оформляйте подписку, приобретайте наши курсы и давайте будем учиться на гитаре умно. Итак, друзья, начнем. Эта песня у нас играется в тональности ми минор. И в основном все происходит в рамках одного аккорда ми. А еще там добавляется аккорд ре в, назовем это, припевом. Можешь про звук сказать? Давай. Для того, чтобы подкрузить гитару, я использовал свой Distortion MXR BDS-78. Это не реклама. Он очень клевый, мне нравится. Он потому что у него нет прям сильного-сильного дисторшена. И вот он такой делает гейн именно винтажный. То, что мне надо. Ну, также легко подойдет и овердрайв, и, в общем, такие всякие искажающие штучки. Риф у нас начинается следующим образом. Шестая струна седьмой лад, пятая струна пятый, и еще один раз. Шестая струна седьмой, пятая пятый. А потом вы сразу ставите аккорд ми 5. Это начало каждого вашего рифа. То есть у вас получается три раза по басовой ми. Аккорд. То есть у вас каждый раз аккорд вот этот ми, потом три басовые ноты на открытой ми. В выступлении этот риф играется дольше, вот именно на этой части. В куплетах и в других местах будет короче. Теперь по поводу штриха правой рукой, это вот по поводу тех нюансов, которые я вам говорил, это первый нюанс. Многие играют... Это звучит довольно смешно, хотя чуть-чуть поинтенсивней. Пейдж сам играл абсолютно, это точно видно по видео, переменным штрихом. И переменный штрих дает такую развязность, грязноватость, неофициоз, собственно, то, что и характерно для классического рока, а никак не для уже более позднего хэви-металла, которые взяли у Led Zeppelin как-то что-то все не то. Это первый штрих, да, что вы играете шестую струну с глушением правой рукой. Переменным штрихом. Второй нюанс. То, что вы здесь играете. Об этом мало кто говорит, но это абсолютно слышно на записях и живых выступлениях. То, что вот эту ноту вы играете с четыретонным бендом. Ноту на пятой струне. Сам Пейдж сделал этот бенд вверх. Я бы его сделал скорее вниз. Когда Пейдж делает этот бенд вверх, он иногда случайно, а может и специально, не очень понятно. Скорее случайно, но звучит отлично. Он задевает открытую третью струну. У вас вот такой звук получается. То есть четвертая струна у вас получается переглушена указательным пальцем, а третья звучит открытая.
Значит, иногда вы можете играть. Видите, с третьей струной звучит очень круто. То есть, именно вот такая вот грязь, нарочито или не нарочито, в любом случае сделали Джим Пейджа культовым гитаристом, собственно, как и Led Zeppelin культовой группой. Так что обращайте на это внимание, не добивайтесь того, чтобы такие вещи у вас звучали стерильно. Главное, чтобы они у вас звучали ритмично и танцевально. Остальное все это, в общем, такие вещи, которые действительно можно назвать великим искусством. Итак, первый нюанс – это переменный штрих здесь. Второй нюанс – бенд на вот этой пятой струне. И открытая третья струна – SUV-ш, когда вы это пожелаете. Главное, обращайте внимание, чтобы вы вот эти ноты, то есть их прям сильно доставайте медиатором, делайте атаку здесь сильнее. А здесь вот уже на этом, на открытой шестой струне можете ослаблять атаку, главное, чтобы вот это у вас звучало мощно. Итак, выступление у вас этот риф играется подольше. Раз, два, три, четыре, раз, два, три. То есть у вас получается 7 раз, да, звучит вот это? И в конце первого раза вы играете по аккорду ми 5-2 раза. То есть... И второй раз вступление, да? А дальше, когда у вас идет остальные все части, вы играете... Раз, два, три. То есть, да, последний раз, когда вы играете этот аккорд перед рифом, у вас звучит потом открытая шестая струна. Да? Еще один нюанс, да, и, собственно, припев. То есть вы здесь ставите аккорд Ре 5, играете вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. И потом, соответственно, весь этот риф. Очень просто. С одной стороны, с другой стороны круто, с третьей стороны повнимательнее относитесь к таким простым вещам, именно в их фундаментальном исполнении, то есть, да, с точностью в ритме, с хорошей атакой, со всеми нюансами, которые я вам указал, кроется смысл хорошего звучания. И последняя штука. Она... возникает редко, не буду вам говорить и врать по таймингу, но она там точно есть. Раз, два. То есть вы играете первый раз риф. Потом басовую струну, открытую шестую ми. А потом вы скользите. Бьете медиатором вниз и скользите 12-й лад. Пятая струна и открытая шестая. А потом удар медиатором вверх, соответственно. И то же самое открытая шестая, 11-й лад на пятой струне. То есть, соответственно, вы играете четвертую, третью ступень аккорда ми, да? То есть, тут у вас он идет мажорный, либо такой доминант-септ аккорд. Здесь он у нас просто мажорный, и это прикольно разбивает общую канву и звучит круто. Многие почему-то играют именно как минорную, здесь терцию, да, до 10-го лада, но слышно, что это 11-й лад, то есть получается... Такая вот штука. То есть это не каждый раз, это просто периодически вставляется уже по вашему вкусу и все такое. Ну, что ж, много времени не заняло разобрать этот риф.
Думаю, много времени займет вам его выучить, но постоянно слушайте запись Led Zeppelin, их студийку, их концертные штуки, чтобы стараться достичь именно такого звука. Ведь это, в конце концов, важно. Дайте возродим старый добрый рок. Ну что ж, друзья, еще один вариант того, как досадить соседям, у вас есть. Включайте комбик погромче и прикоснитесь к великому.